кто зашел на канал посмотреть это видео. Продолжаем летсплеить игру Jedi Падший Орден. Напоминаю, что игру проходим с нот-модом, так что 18+. Так, мы последний раз сохранились на Богана. Я за кадром взял, не буду показывать, но я взял, в общем, тот отзвук, или что там было. Повысил силу, по-моему, или здоровье, уж не помню. Ну, короче, я туда залетел с третьей или четвертой попытки все-таки. Я думаю, мы не будем на этом заострять внимание, не побегу вам это показывать. Никакого смысла в этом я не вижу. Так, сейчас я немножко тут попробую. Так, как тут у нас чего работает? Потому что, как всегда, я подзабыл управление. Сейчас. Так. Руководство по тактике, это не то. Подожди, а где у нас? А, вот способности. Так. Способности. Так, обычная атака. Толчок. Так, вырок, бег по стене. Нет, это стандартное. Мне интересно. Мне интересно сейчас. Я просто не помню. Кое-что надо проверить, как делается. Сейчас я не помню, как здесь посмотреть. Так, что у нас здесь, во-первых, растет? Так, ну нового ничего нет. Как бы здесь вот осталось нам собрать пару растений из этого самого, с Датамира. Так, сейчас, минутку, я просто проверю кое-что. Мы полетим. Так, дерево. Там пинок был, я забыл, какие кнопки для пинка. Вот он, пинок. А, все, вспомнил. Кружок, квадратик, понятно. Сейчас мы накапливаем на бросок меча. Вот. На бросок меча, потом вот это вот что у нас... Мощное притяжение, но это, наверное, не так важно. Вот это очень неплохо было бы. Увеличить максимальный запас силы. Кстати, надо будет потом сделать. Так, дальность броска тоже хорошо. Вот, вот эти два надо будет взять. Так, вихревой. Ну, это двусторонний, это тоже двусторонний. Так, это все для двухстороннего. И останется у нас еще точное уклонение. Угу, вот это вот неплохо бы ножи качнуть. Тоже неплохо бы качнуть. Точное уклонение. Ладно, посмотрим. Кружок и квадратик, я понял. Это я понял. Так, ну чё, все, идем, короче, мы. Нам пора. Так, кстати, здесь где-то есть этот боглик. Надо его как-то зафиксировать, по-моему, если я... Вон он сидит, кстати, этот боглик. Вон он, сволочь. Сидит. В этих вентиляции. Заныкался, гад. Но с ним никак нельзя взаимодействовать, к сожалению, поэтому... Хотя эта тема старая. Тема старая. Была одна игра старая про джедаев. Старая Республика называлась. Там тоже кто-то поселился на корабле. То ли в первой части, то ли во второй, не помню. Давно это было. Давно. Так, нам надо лететь на Зефа. У нас там остались незаконченные дела. Кстати, у нас там два ящика где-то не найдены. И один тайник на Зефа не найден. Я примерно представляю, где это. On our way to Zephyr. Today, our great military is dedicated to enforcing the laws of the Empire. Yielding to no one who seeks to destroy our galactic harmony. You hear that garbage? Turn it off, Breeze. Lying imps. Do you think anyone buys this junk? Too many on the core worlds. Their daily lives haven't changed much since the Empire took over. Oh, come on. Some of them are even richer than before. Not like the expendable worlds. Not like Lateron.
As long as the Emperor keeps the right people happy, it'll never stop. Then we better get this hollow thing fast. Get over here, kid. We're about to land. Так, ну что, все, пролетели мы. Пойдем. У нас тут куча дел осталось не сделанных. Пойдем поговорим с нашими спутниками. Может, они нам что интересного расскажут. We must tread carefully. Imperial troopers are still on Zepho. I'd be lying if I said I didn't feel the same. Even at a young age, Trilla was very smart. That's one of the reasons I took her on as my Padawan. Back when I was a Seeker, I traveled from planet to planet in the galaxy, searching for Jedi. I saw a lot of fascinating places, met some ridiculous people, and I learned a lot. Much of which I taught Trilla. Unfortunately, yes. The Emperor gave her this mission for a reason. Not now, Cal. I need to focus. Both of you, be careful. Look out for each other. So, you dig up any ancient Ziphonian treasures? No, we're not here to raid tombs. But I found something else. A Republic Venator crashed in the lake. Whoa, a Venator? Those things are seriously built. Not easy to take down. A Jedi must bring back some tough memories. Droid, keep an eye on the kid for us. Так. Отлично. Подожди, или еще есть диалог? Нет, диалога больше нет. Все, замечательно. Так, теперь нам надо понять, куда нам двигаться. Потому что у меня здесь... Так, здесь у нас есть... Ага, проход. Так, нам сюда, и потом направо вот сюда выйти. Ну, пойдем. Там заодно и сохранимся. Где здесь сохранится? Ну вот. Здесь у нас, кстати, могут уже имперцы быть сейчас. Да, вон они стоят. Вот и все дела. Они не слышали, как мы приземлились. Но, видимо, не слышали. Так, мы здесь сохранимся, я думаю. Пойдем. У нас теперь есть двойной прыжок, надеюсь, мы везде будем цепляться. Прошу прощения. Так.
Ну, можно там зайти, можно здесь зайти. Я даже не знаю, где лучше заходить. Где лучше заходить, я даже не знаю. Someone else get up here! He's too fast for us! Contact on target. Да что ж такое, блин? Никак не могу приноровиться. Вот стоит не поиграть несколько дней. И все, теряешь. Все навыки теряешь игры. Так он пробивает просто этот блок, но не спасает нас совершенно от этого дела. Блок нас не спасает от пробивных ударов. Ладно, сохранимся сейчас тут. Восстановим стимы. Без разницы. В общем-то. Так. Давай отдохнем. Так, теперь надо проверить, где у нас поворот, чтобы его не пропустить сразу направо. Вот сюда нам надо. Так, ну вот, хорошо. Посмотрим, кто тут будет. Еще вопрос. Moving to engage. I got it. Get down. Blast them. The last one. Так, ну здесь их немного было. Хорошо. Возвращаемся обратно туда. Так, ладно. Хорош. Хорош, хорош. Ну, вот наша Гэл возвращается, как бы. На пройденный путь уже. Уровень, кстати, очень хороший. Так вот, анимация подгуляла, а так, конечно, было прям супер.
Плечи немножко поправить. Модельки будут вообще замечательные. А где второй-то там перец? Где-то здесь должен быть. Где-то второй здесь был перец. Так, сейчас у нас начнутся опять наши проблемы с прыжками тут, скорее всего. Да. Спокойно. Так, наша задача вот туда попасть. Вот туда. Это непросто. Ну, попробуем. Тема. Так, давайте мы здесь сохранимся на всякий случай, пожалуйста. Черт его знает, как мы здесь пройдем сейчас, я не знаю. Может, пройдем сразу, может, нет. Ведь вот эти прыжки меня немного волнуют здесь, в этой игре. Так, сейчас. Ну да, как я и думал. Слишком долго ждал по моменту. Так, хорош. Можно здесь было и пропрыгать с одним прыжком, но это было бы сложнее. Но может было. These workers lack proper leadership and motivation, which you cannot provide. You're relieved. Так, тайник мы открыли, хорошо. Эта электродубинка принадлежала новой командующей проекта Бур, которая была полностью решимости, полна решимости преуспеть и проявить себя. Так, теперь вопрос. Мне бы надо вот туда вернуться. Куда мы здесь никак не вернемся, потому что там у нас спуск. Там спуск, мы это видим. Так, вот здесь мы сможем, интересно, долететь. Да, смогли. Отлично. В общем, возвращаемся. Так, здесь у нас открыто, да? Ага, ящик. Хорошо. В общем, нам придется снова там пройти кое-каким путем, но мы пройдем этим путем. Правильно. Слишком рано. Это хорошо. Так, первую цель мы простую сделали сейчас. Так, первую цель мы сделали. Теперь нам надо сделать вторую цель. Вторая цель у нас впереди. Гаденыш.
гаденыш. Ладно, идем дальше. Здесь уже не те, как бы, силы, что раньше представлены. Так, ну да, это у нас все взято. Все замечательно. Теперь наша задача попробовать вот здесь вот проскочить. Это непросто, учитывая, что у меня тут есть некоторые проблемы с заворотами, блядь. Никогда у меня не получалось здесь вот заворачивать вот так, как надо. Да, блин. Наконец-то, блядь, куда-то попали. Ох, сейчас мы намучаемся там. Блядь, ну что ты будешь делать? Очень мне неудачно здесь, блять, ну что такое? Да, с прыжками у меня, блядь, проблемы здесь в этой игре. Особенно на джой, на геймпаде, блядь. Прям очень большие проблемы, сука. Еле-еле, блядь, я как-то ухитряюсь проскочить. Да. Тут что у нас там? А, этот светится. Понятно. Еще один. Они так вылезают один за одним, как из своих норок, блин. Вот мы снова тут. Я вот не помню, что вот это нам дает, вот эта хрень. А, там был ящик, мы, по-моему, уже его брали. Ну, сейчас. Да, у нас уже взят ящик. Ну, ладно. Не очень-то и хотелось, как говорится. Так. Так, это у нас не туда проход, нам надо сюда. Так, что у нас тут? Тут бараны, что ли? А, тут у нас эти сидят какие-то. Какие-то хмыри. Я не думаю, что нам интересно с ними бодаться. Больше нам совсем не сюда. Так. Совсем не сюда, хотя теоретически уж сохранились. Так, их тут наверняка двое, я вот второго не вижу. Где второй-то прячется? Где второй-то прячется? Гаденыш. Где-то есть. Где-то он заныкался, гад. Где-то он заныкался. Это а вон он наверху заныкался. Сейчас попробуем его обойти. Сейчас попробуем его обойти, этого гада. Вон он, гад. Come on down, Jedi. Что, блядь, где-то тут? Красавец, иди сюда. А дальше что? You're slippery. Don't you run. <с
красавец, блядь. Вот так вот. Клац. Хуец. Ну да. Так вот они примерно от светового меча и должны дохнуть. А не от светящейся, блядь, палки люминесцентной. Так, ну что, нам надо теперь наверх как-то здесь подскочить сейчас. Давай попробуем. Давай попробуем. Так, а нам дали там какую-нибудь эту? Куда проверим? Преференцию. Да, нам дали преференцию, очень хорошо. Давай возьмем вот бросок светового меча, наконец-то. Так. Вот этот. Так, значит, L1 плюс треугольник. Надо запомнить. Хорошо. L1 плюс треугольник. Так, теперь надо вспомнить, как тут пройти нам проще. Так, сейчас проверим. Надо вот сюда попасть, в этот комплекс, но я подозреваю, что это будет немножечко сложнее, чем я думаю. Так. Нет, снизу надо идти вроде бы. Снизу идти надо. Вот куда нам надо, собственно. Не помню, придется мне через верх, наверное, идти. Снизу не вызывается этот лифт, походу. А не, он здесь, отлично. Он здесь. Замечательно, этот лифт. Да, будем отмечаться. Будем отмечаться. Слишком пошел я вперед, ну ладно, неважно.
А вон туда, к этому деятелю, нужно сейчас попасть. Suffer, Jedi. Jedi. Так, более короткий путь у нас. Не надо через эти льды все пробираться там под земли. Сейчас так спокойно дойдем и все. Так, здесь мы все взяли, по-моему, да? Ну да, там что-то мигает вот эта штука, я не помню. А, она открывает щит. Все, я понял. Она щит открывает. Вот. Цель нашего путешествия. Разбившийся Венатор. Так, ну можем и так сделать. В принципе. Так, сейчас на секундочку прервемся. Чиним. Так, у нас здесь есть два дела. Во-первых, нам надо под водой проплавать, потому что, возможно, мы здесь что-то не нашли. Сейчас посмотрим. Да, вот один ящик здесь не найден у нас. Надо его разыскать как-то. Как-то надо один ящик найти. Скорее всего, он где-то под водой. Этот ящик находится. Где-то я его прошляпил в прошлый раз. Провтыкал, как говорится. Как молодежь говорит. Потом будем смотреть внимательно. Вон он, по-моему. Новая муфта святого меча. Конечно, полный бред, это муфта святого меча. Доложу. Так. Да, теперь все ящики нашли. И это хорошо. Ах ты ж сука, блядь, как он быстро бегает, гад. Черт, не туда я хотел, а он долетел, короче. Спокойно. Деть крыс-то. Крысы должны на него реагировать, эти ребята, блин. Крысиные. Сейчас там он с ними разберется. Забавно. Ух. Или он бродяга. Но крысы тоже не луком шиты. Так, на кого ставим? Я бы на крыс поставил. Там одна, правда, осталась крыс. Да-да-да. Ну-ка. Так, а еще есть крысы? Что-то крысы кончились, походу. Крысы, походу, кончились. Ну ладно. Ну так, немножко. Если бы еще парочка крыс, я думаю, они бы его могли и убить.
Может и нет. Ну, и чё, назад ты никак не можешь? Наконец-то, блин. Да, неплохо тут была война. Ну. Так, ну что, нам надо на винатор. Туда мы не могли запрыгнуть раньше, а теперь можно двойным прыжком. Одинарным здесь никак не запрыгнешь, к сожалению. Так, ну что, поехали. Хотя будет сложно все. Будет все очень сложно здесь. Как проскочили. Так, сейчас надо посмотреть, что у нас тут на этом винаторе имеется. А, блин, я не могу здесь пока посмотреть ничего. Залезть никуда не могу здесь. Интересно проверить. Так, здесь у нас разбитый истребитель. Клон сидит точно внутри. Клон сидит. А здесь? И здесь тоже. Два клона погибли. Искать что-нибудь здесь. Я пока не могу посмотреть, сколько тут всего должно быть. Всяких ящиков, секретов и прочего. Так, сюда нас не пускают. Замечательно. Вроде я ничего не вижу. Пока. Так. Ну ничего нету пока здесь. Открытый ящик. Так, глянем. У нас новинаты. Два тайника не взяты. Все ящики мы нашли. Значит, надо взять два тайника где-то. Пойдем искать два тайника. Ну, один я подозреваю, где стоит.
Второй пока не очень. Уже как-то сюда надо выбраться, да? Точно. Ну что ж, помедитируем. Так, ладно, вперед. Еще есть крыска Лариска. Так, нам, я так понимаю, вот туда надо, видимо, да? Ну вот есть еще дорога. Давай наверх. Неправильно. Давай его на свою сторону переманим. Хотя он нам здесь, в общем, нахрен не нужен, по большому счету. Этот парень. Так, что ж, двух мы переманили, ребята. Так, смотри-ка, здесь вот явно проход, это основной, видимо, проход все-таки. Вон там можно что-то взять, вон наверху. Туда надо будет как-то пробраться. Так, а вот что вот это за проход, интересно, давай посмотрим. Это явно какой-то проход важный. Так, ну ты можешь запрыгнуть в человечество? Ну, спасибо. Давай на скалу учителя. Хорошо. Так. Этот корабль разбился давно-давно, но был выживший. Тот, кто понимал силу, скорее всего, подаван, он был ранен. Он был ранен. Хорошо. Так, но они мне здесь все равно не помогут, эти ребята. Здесь есть тоже без двойного прыжка, хрен бы мы вообще смогли здесь вообще двигаться. Это ясно совершенно. Так, как бы нам тут пройти? Давай смотреть. Наверх, видимо. Да, тут внизу, смотрю, какие-то эти ребята. В количестве трех. По-моему, там еще один этот, мощный такой этот, боевик какой-то. Так, нам вообще-то надо как-то сюда попасть, вот на эту платформу. Да, здесь надо перерезать веревку для быстрого, так сказать, потом перемещения. Пожалуй, что так. Got an intruder! I guess. Step up! They were too weak to kill you. You can't get away. Plant your feet, Jedi. Так, что у нас тут интересненького? Давайте посмотрим. Все-таки разбившийся разрушитель, Винатор. Ну, тогда они назывались еще не разрушителями. Потом их уже переделали. Это же времен республики все. Так, нам надо как-то вот туда наверх попасть. Пока не понимаю. Так, здесь у нас будет сброс вниз. А вот туда как нам выйти? Вот туда наверх. Пока тоже не ясно. Так, это ты что мне предлагаешь? Подожди, дорогой. Не надо торопиться.
Торопиться не будем. Торопиться мы не будем. Все шорткат сделаем сразу. Так, вот туда нам надо наверх, да, попадать. Что ты предлагаешь? А, ну правильно. Предлагает абсолютно правильное действие. Че ты сдох? Она молодец. Дверь закрыта, видишь, с другой стороны, блин. А там у нас, кстати, опять какой-то стоит этот. Из сброда Гаксиона этого, блин. Товарищ. Кстати, он там наверняка не один, они обычно в паре с каким-то другим товарищем действуют. Эти ребята. Здесь вот где-то второй стоит. Здесь какой-то второй стоит, товарищ. Второго мне нужно. Wanna fight, Jedi? Oh, you're in trouble. Can't take a hit. Все. Багонг. Багонг какой-то. Так, ну ладно, допустим, багонг. Допустим, у нас есть багонг. Давай посмотрим, что тут интересно. Надо какие-нибудь найти места, где можно просканировать что-то. Пока у нас таких мест не встречается. Что странно, на таком огромном корабле. Смотрите, какая перспектива офигенная, да? Еще пейзажик за окном с водопадами. Офигеть просто. Насколько это эпично. Так, ладно, пошли. Сейчас мог и ёбнуться, кстати. Так, ну давай, давай, давай. Вот так вот. Так, сейчас мы сюда тоже короткий маршрут откроем сразу. Мало ли. Придется, наверное. Так, где-то я слышу дроида. Видимо, это те, которых мы перевоспитали, дроиды. Сейчас будем мы тут. Так, отлично. Короткий путь. Открыть. Так, теперь нам надо... О, да. Вот теперь вопрос, как нам перепрыгивать. Надо вот на ту штуку перепрыгнуть. Слушай, а нам еще и туда бы войти неплохо было. Подожди. Подожди. Туда еще попасть надо, мы же там не были пока. Обязательно туда попасть. Блин, так я и знал, что я куда-то не туда провалюсь. Так, крысы. Идите сюда. Так, еще есть? Просто не вижу. Так, давай сканируем. Так, электроагрегаты.
Это высоковольтные электроагрегаты, каждый из которых мог генерировать до 1 гигатонны энергии, когда-то питали двигатели Винатра. Так, давай откроем этот проход сразу. Так, короткий путь. Очень хорошо. Так, здесь еще крысинок. Крысенок будет. Кто-то скрывался от клонов. Странно. Мог скрываться здесь. Наверное, джедай какой. Кто-то спрятался в вентиляционной шахты, убегая от тех, кто за ним охотился, вероятнее всего от клонов. Да, там приказ, я уж не помню, какой номер у него был. Уничтожить всех джедаев. Так, ну все, возвращаемся. Здесь мы все сделали, что могли. Идем наружу. Сейчас будем на веревках качаться, как обезьяны. Блин. Так я и знал. Так я и думал. Да, с прыжками здесь беда, прям просто беда в этой игре. Так, давай уж сохранимся заодно. Раз такое дело. Так, я не туда спрыгнул, что ли, раньше времени, блин. Вот. Неправильно. Так, теперь я вниз почему-то спускаюсь. Так, а мне надо куда наверх-то? Мне вот сюда, наверное, надо, да, наверх? Сейчас проверим. Нет, нам не сюда было надо. Черт. Ладно, попробуем еще раз этим путем пройти. Все-таки первая веревка должна была нас поднять наверх. Ну, ладно. Наплевать. Попробуем опять залезть по этой решетке. Вторая попытка. Примерно вторая попытка у нас. Казалось бы, ну, блядь, ну как тут вот можно упасть, блядь, вот как? Тем не менее, она, сука, прыгает почему-то куда-то в бок, вместо того, чтобы строго вверх прыгать. Она куда-то в бок прыгать начинает. Надеюсь, во второй игре все это поправят. Или уже поправили. Так, ладно, поехали. Сейчас будем пытаться тут. Так, спокойно, спокойно. Пока не сюда. Нам вот как-то сюда надо раскачаться. Вот так. Так, сердце силы. Мастер, что случилось с ними? Я не знаю. Там была трансмиссия. Ты кровишь. Так, выполняй. А, вот приказ 66. Ну. Так, генерал-джедай, командир Винатора, нашла своего падавана. Дезориентированные и смертельно ранены, они сражались с клонами, которые когда-то были их друзьями. Так. Клоны были друзьями. Да, ну, типа того. Так, остался один тайник у нас. Остался всего один тайник. Так, как бы нам... Как бы нам... Отсюда бы сразу обратно, да? Может быть, притянуть?
Нет, она особо не притягивает. Сейчас попробуем по-другому. О, удалось, блядь. Редкий случай. Так, сейчас нам сюда надо как-то теперь попасть, суметь. Блядь, ты раскачайся-то нормально. Не хочет раскачиваться от слова совсем. Еле-еле как-то приземлились, блядь, с трудом, сука. Просто, мать его, с трудом. Так, ну это понятно. Хоба. Не, вот так не надо делать. Так не надо. Это опасно. Так, теперь их пробежать как-то надо же суметь, блядь. Стол толкнуть, но что-то как-то не срослось. Не задалось у меня тебя толкнуть сюда. На этот стол. Так, подожди, беди, а ты что здесь изучал? Ну-ка, давай покажи мне. Что ты здесь изучал? Так, следы святого меча. Ну, хорошо, понятно. Здесь кто-то прошел, видимо. Так, ладно, поехали. Твою мать, не рассчитал расстояние. Ничего, ничего. Так, здесь где-то надо высадиться, да? Пока наверх. Пока наверх. Пролетел кто-то. Нормально. Кто-то пролетел. Вопрос, кто пролетел. Так, мне дают здесь сохранялку. Давай воспользуемся. Восстановим все, так сказать, наши возможности. Searching for you. I'm not leaving you. Так, здесь преклонила колени мастер-джедай, она не могла двигаться дальше. Множество кровоточащих ран, которые она получила, защищая своего раненого подавана, ослабили ее. Понятно. Так, здесь у нас небольшая загадка. Кстати, видел, как ее обошли один раз. Загадку. Но это было как-то вот... Немножко не рассчитали, видимо, здесь. Так. Те, кто делал эту загадку. Так. Загадка несложная, но... Требующая времени.
понял. А, мы уже пришли. Да, без двойного опять здесь бы делать нечего было. Зачем нам подсказка? Нам подсказка не нужна пока абсолютно. Так, подсказка. Подсказка, она же колмаска. Так, там у нас кто-то есть. Какой-то рычун. Ну давай, пусть сработает скрипт наконец-то. Они там немножко подерутся, эти ребята. Ишь ты, какой храбрый, блядь. Партняшка, а где этот здоровый-то, блядь? Вон он бегает. Давай, бегай за мной, здоровый, блядь. Где ты есть? Тебе брюк спороть. Ты думал, кто с тобой тут будет цацкаться? Так, где-то здесь, по-моему, было... Был какой-то отзвук, вот он. I'm sorry, master. Наставница умерла у него на руках. Он его здесь похоронил, в этой грязи? Ну, видимо, да. Она прям непосредственно тут лежит. На этом месте погибл мастер-джедай, похороненный своим подаваном в неглубокой могиле. Вскоре после этого подаван погиб от полученных ранее ран. Кстати, где его тело подавана-то? Я бы хотел на него взглянуть. Как он выглядит, хоть, потому что где он? Он же должен где-то здесь быть, по-моему, нет? Да, я понимаю, не ушел с могилы-то. Или ушел. Я вижу тут только штурмовиков в количестве двух. Так, может, он вышел наружу, здесь где-то погиб. Тут очень эпичный, конечно, вот этот момент, когда выходите из винатора, можете так вот оглядеться. Это прям нечто. Это прям нечто, я вам доложу. Так, ну хорошо. Так, здесь ничего, да? Да, здесь ничего. Так, это сейчас что было? Итого у нас 9 стимов из 10 возможных. Так, давайте мы глянем вот на что. Да, тайники мы все нашли. Видимо, это считался за тайник последний. Так, этого я почему-то не могу достать. Не идет он сюда, да? Не хочет идти. Собака, а? Страшно. Собака страшно. Не могу я его достать отсюда. Все, хорош. Сколько их тут, я просто не помню. Двое, трое. Ну так, немножко. Попользовались. Щедрот. Ах,
Не знаю, дает нам это что-то или нет. Не пойму. Что-то, наверное, дает. Но этого мы не будем трогать, он далеко. В принципе, черт с ним. Так, нам надо плыть. Нам надо плыть. Кажется, туда. Нам надо плыть. В общем, надо возвращаться на корабль. Надо возвращаться на корабль. Вот это придется уже делать через пещеры. Как бы мне этого не хотелось, эти ледяные пещеры. Что поделать? Придется. Так, давайте глянем, нет ли здесь чего интересного. Вроде бы нет. Под водой. Мы же теперь можем под водой нырять. Это очень здорово. Так, изучать всякие тут как кусто разности. Разные разности, короче. Так, 2 очка у нас есть, кстати. Где-то я что-то видел за 2 очка. Давай посмотрим, что у нас тут за 2 очка есть. У нас тут есть вот это точное уклонение. Замедляет врагов, восстанавливает немного силы. Даже не знаю. Давай возьмем его, что ли, все равно. Немножко силы, да? Ладно, пусть будет. Пусть будет. Так, ну пойдем дальше. Так, ледяные пещеры. Так, ну съехать-то мы не можем, естественно, на лифте. Поэтому нам надо сейчас посмотреть, куда мы вообще съедем. Так, а съезжаем мы, да. Все правильно. Нам надо съезжать здесь. Поехали. Надеюсь, мы сумеем это сделать. Как бы нам ни было это сложно. Ну, что творится тут? Что творится тут? Так, хорош. Хорош. Так, ну сюда нам вроде не нужно. Сюда нам самый раз. Так, это точно то место? Вроде да. Ну, поехали. Сейчас вернемся и закончим на этом серию. Серия насыщенная получилась. Впереди еще много всего у нас. Датамир еще не посещен ни разу. Надо на него будет как раз и отправиться, скорее всего. Понятно, что где-то, наверное, мы все равно что-то упустили. Скорее всего. Ну,
выглядит немножко, да, конечно, смешно, что этот штурмовик здесь лежит уже очень давно. Они все его никак не могут съесть. Растащить. Ведь одна и та же катсценка, она как бы, ну, нивелирует всю эту ситуацию абсолютно. Повторяющийся. Так, что у нас там? Опять эти стоят ребята. Ладно, пусть стоят пока. Нам они не нужны, собственно. У нас тут свои дела. Пойдем сейчас отчитаемся о проделанной работе, да и будем, наверное, закругляться. Сохранимся. Later, Cal. Please. Да, даже так. Не сейчас. I'll monitor Imperial communications here. Да ради бога, прослушивай, какие проблемы. Так, а ты чё? Ты тоже не хочешь говорить? Хорошо, полетели тогда. Сейчас мы сохранимся и... Как бы всё, наверное, сейчас. Немножко кривовато здесь сохрани, внутри корабля сделан, к сожалению. Облако как-то не очень воспринимает, кривовато, так скажем, воспринимает это дело. Так, давай вот так по полной отдохнем. Вот и хорошо. Ну что ж, серию мы на этом заканчиваем. Гэл у нас побывала на Винаторе, открыла там всякие тайны. Нашла 9-й Steam. И готовы мы наконец-то отправиться на Датамир, где мы еще ни разу не были. Вот. Ну, на этом мы ее пока оставляем. Отправимся на Датамир в следующей серии. Всем, кто смотрел, огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ставьте лайки. Ну и всем пока. До новых встреч. И всем самого наилучшего.